Вы смотрите видео об отеле Max Prestige, ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Max Prestige расположен в стране Черногория в регионе Будва и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 25 километров от аэропорта Тивот, 1 километр до старого города, 50 метров от отеля. На территории отеля имеется ресторан, аперитив-бар, открытый бассейн, лежаки и зонты у бассейна, бесплатно, массажный кабинет, джакузи бесплатно, сауна бесплатно, панорамный лифт, небольшой ухоженный сад, парковка, в номерах есть кондиционер, телевизор кабельное, ТВ с российским каналом, телефон, ванная комната с душем, фен, сейф, мини-бар, мини-кухня в номерах студио-суит, балкон. Номерной фонд отеля состоит из: в отеле 19 номеров, в том числе 11 стандартных номеров, максимум 2 человек, и 8 студио-суит, максимум 2 плюс 1 человек. Для детей есть детская площадка. Отель не имеет собственного пляжа. Городской пляж находится в 700 метрах от отеля. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.